Привет, меня зовут Егор Кременцов. Я проходил обучение на курсе «Маркетинг 360» у Макса Белоусова. Я проходил курс цеха в БМ и дальше хотел развивать свои компетенции в предпринимательстве. И меня заинтересовал маркетинг, продвижение в интернете. Это касается моего личного бренда и продуктов, которые я хотел бы предложить рынку. Поэтому я стал смотреть, что сейчас доступно. И были разные варианты. Макс пригласил меня к себе, и я понял, что здесь у меня будет личная поддержка и участие в моих проектах Максима. То есть он мне сможет подсказать по моим запросам свое видение. И он, собственно, это и сделал. С моей колокольни это может подойти широкому спектру людей, у которых есть потребность в том, чтобы донести свои идеи до аудитории, которая в этом заинтересована, но просто этот человек еще не знает, как именно найти язык и средства донесения информации, с которой он готов поделиться, тем, кому это интересно. И если человек хочет, например, прокачать свой личный бренд, ему это очень может помочь, потому что он увидит на наглядных примерах, буквально на экране, как именно ему нужно поступать, чтобы первые шаги принесли результат уже во время обучения. Я желаю успехов Максиму и его команде, и всем нашим людям из России, СНГ хочу сказать, что если в интернете вас сейчас нет, а вы хотите предложить что-то миру, то у вас нет никакого другого варианта, кроме как идти учиться и узнавать, как именно это делать. И курс Максима – это отличный старт.